смеяться хочу. Соня, куда пришли мы? Бассейн, я хочу нырять, нырять, нырять. Все, погнали нырять. Все, бежим. Вот такая у нас банда. Да! Погнали нырять. Все, идем в пляж. А, сегодня погодка, класс. Как раз то, что надо, чтобы покупаться и поплавать. Ну, а Соня покажет, как она плавает. Давай, прыгай, булька. Заходи. Давай. Вика уже плавает у нас, и плавает так серьезно, не просто так, как по собачьи. А ныряет на глубине, достает дно и плывет вперед. Так что прогресс налицо. Ну что, с разбега. Вот моя принцесса. Пойдем учить ребенка. Соня, шо, в чем это ты ходишь в таком интересном? На коленях. Зомбячий на коленях. И зашло солнышко. Ну как всегда. Соня, ты, булька. Прыгать будешь? Давай прыгай. А вода прохладная? Нет. Теплая. Залезь в нее. Ну, а вот любимое место Софийки. Вот маленький аквапарк. А вот вокруг везде зона отдыха с пикниками. Что-то не особо. Соня бегает сегодня, ну ничего. Соня, почему не бегаешь? А, булька. Спасибо, спасибо, София. А вообще, вообще вокруг всех бассейнов, вот, посмотрите, там, это зоны с тенью, где есть лежачки, травичка. Ты можешь лежать, отдыхать, загорать на солнышко, покушать, теннис настольный, столы для пикника. Все с собой принес, как здесь все и делают, и отдыхают. На, вот с этой стороны тоже самое. И есть еще два поля для гамбола с песком. Ну, а там основные помещения. Это помещение, где ты переодеваешься, туалеты и вход в этот муниципальный бассейн. Вообще крутое место. Испанцы могут сделать стандарт жизни для человека. Thank you.
Молодец. А догнать меня. Все? Наша именинница украинская, да? Поздравила, Саша? А ну давай. Поздравляй. Ах, вредина. Как вы? Все? Празднуешь здесь сегодня в бассейне? А мне уже купание. Да я вижу, что ты красавица сегодня. Поля. Одни подарки, да? Все, все, другой стол. Ты замерзла? Ай, Бубка. Кто дрожит? Ах, замерзли.